В 48-й раз в Беларуси пройдет международная выставка-ярмарка легкой промышленности. Мероприятие примет более 80 экспонентов из разных стран, в их числе Узбекистан, Казахстан, Российская Федерация, Таджикистан и Китай. Выставка уже давно обрела международный статус. Мы ставим, скажем, вот именно в рамках сегодняшней выставки этого года вот повестку, именно деловую повестку нашей программы насытить вот такими более обсуждениями выработки каких-то решений проблемных межгосударственных вопросов в области легкой промышленности. И, конечно же, всегда рады в рамках выставки поделиться и показать все передовое, новые коллекции, новые разработки. Конечно же, всегда успешно проходят показы мод, готовятся и сюрпризные показы мод, и коллеги с фэшн-направления Российской Федерации привезут свои коллекции, порядка 8 коллекций. Я думаю, что будет очень интересно. В рамках деловой программы выставки проходят специализированные семинары бизнес встречи с участием руководителей ведущих предприятий, представителей торговли, презентации и показы коллекции одежды и обуви. Десятки модных показов, зарубежные стенды и насыщенная деловая программа – все это ожидает посетителей уже 2 октября. Церемония открытия будет посвящена Году качества. Вход для посетителей выставки свободный. Ксения Грузинова, Александр Мирошниченко, агентство «Минск Новости».